Всем привет, с вами Мор ВК, и у нас на повестке дня новый прем Паназии. Линкор 10 уровня, Чаньчжэнь. Баркас, кстати, занимательный, имеет уникальные черты и особенности, а также фэнтези-составляющую, потому что это типа Ямато, который после войны достался Китаю, и вместе с Советским Союзом они его переделали. Вот такие вот дела. Ах да, в игре будет за 60 тысяч очков исследования. Короче, погнали разбираться, что это за чудо-юд такое, много боев я на нем провел и что-то где-то потащил, бывало и поруинил в экспериментах, так что есть что рассказать. Начнем, естественно, с осмысления выживаемости данного корабля. В плане брони это копирование Ямато, даже разглагольствовать не хочется. Вкратце, для новичков. Классические оконечки 32 мм, обширная палуба 50-57 мм, здоровенные надстройки по стандарту в 19, бортина, большая часть 32 мм, меньшая часть цита из воды торчащая в 410 мм. Собственно, нового там ничего нет. Чаньчжэнь плохо держит удар бортом против ББ, также могут пробивать как Ямато в скулу под башни, ПББхи карают, уязвимых зон много. Фугасы из-за больших надстроек тоже вполне себе прилично просаживают по прочности, плюс пожары. Горит баркас недурно. Все плюс-минус на самом деле как на Ямато. Кто играл, тот поймет, кто не играл, если купит, осознает. И под такую броню нам дают 97 200 боеспособности при ПТЗ 55%. Это хорошие цифры для ЛК 10 уровня. Вопросов на данном этапе не возникает, ведь это опять-таки срисовано с Ямато. Переходим в маневренность и видим тут скорость хода в 27 узлов без сигнала Sierra Mike, циркуляцию в 900 метров при времени перекладки рулей в 22,1 секунды без улучшений. Боже мой, как я люблю делать обзоры наклонов! Игра «Найди 10 отличий» пока что стоит в ступоре, ибо, ну это ж Ямато. Лодка же испытывает определенные трудности с маневрами. И тут как бы скорости для стиля боя Ямато достаточно, но вот для Чаньчжэня не хватает. Да и время перекладки рулей не способствует уверенному уклонению от торпед во время сближения, а в ближний бой нам надо будет ходить. Залп какие-то опять-таки можно отмансить на дистанции, но вооружение этого корабля гонит его вперед, а там этих цифр снова не хватает. В бою себя ощущаешь каким-то нездоровым Ямато, который стремится смерть найти побыстрее, чтобы не мучиться. Со временем по ходу обзора поймете, почему так говорю. Теперь перейдем в маскировку, которая, не поверите, не клонирована, а даже улучшена по сравнению с японским перворожденным агрегатом. Базовая заметность тут 16,2 километра с кораблей, а с самолетов же 13. И что сказать? Ну неплохой инвиз для линкора. После улучшения является градообразующим параметром для ведения боя, позволяет сближаться для реализации вооружения, позволяет отсвечиваться, дабы лишних люлей не получать, позволяет удивлять врагов. Ну и так далее, для чего там еще инвиз у нас в стратегии используют. Иными словами, тактическую составляющую дает. Вот что важно. И казалось бы, ничего не предвещает беды или вариативности, но тут в игру внедрили такую штуку, как скрин на экране. Оперативные ремонтные мероприятия. И это, скажем так, наш расходник на ремонтную команду, которая есть у всех ЛК. У кого-то хуже, у кого-то лучше, но есть. А здесь, видите ли, ремонтные мероприятия. Явка не обязательно. Потому что, чтобы выбить ремку для починки, нам надо настакать ПМК попадание. И после этого мы на 8 секунд получим отхил по 1500 боеспособности в секунду. И тут же сразу можно по новой ее настакивать дальше. Настакивается, кстати, не так уж и быстро, как хотелось бы. Но и немедленно. 40 попаданий, и вот вы уже ремонтируетесь. С тем учетом, что я максимум выбивал плюс-минус 300 попаданий, то простая математика говорит, что я отхиливал до 84 тысяч очков боеспособности, что примерно равно 5 хилкам того же Ямато. Казалось бы, баланс. Но вы далеко не в каждом бою будете давать по 300 попаданий или больше. Скорее меньше, в районе 200, если будет вести, а то и сотни. Таким образом, вы капец как уступаете другим линкорам в живучести.
И это плохо, особенно если вы решите играть в дальнобойные пострелушки, ибо у вас тогда вообще номиналом будет всего 97 200 хп, из-за чего на этом корабле постоянно гребешь вперед, пытаясь ловить адекватные тайминги, чтобы ворваться, разменяться и снова в бой прожать. Это уникально, но это и однообразно. Корабль исключительно действует стереотипно в бою. Я не скажу, что это неэффективно, просто для меня это боль и страдание. Я люблю разваливать кабины так, чтобы после выживал. А тут, в большинстве случаев, ты идешь буквально в ад, забирая кого-то с собой. В общем, подход к реализации корабля исключительно на любителя. Не считаю его плохим, но в мою игру данная лодка не попадает. При всей моей любви к агрессивным действиям, здесь не хватает маневренности, чтобы под такую хилку добиваться реального успеха. Нужно больше скорости и лучше рули. А так, Ямато терпила в ближнем бою. Это, между прочим, первая и главная наша особенность в плане расходников. Помимо этого, тут против любых критов не аварийная команда, а аварийное подразделение. Но это те, кого не допустили на ремонтные мероприятия. Проще говоря, всего 6 раз можно сбросить пожары или затопления. Работает приблуда 10 секунд, перезаряжается 30, что, конечно, приятно для сражения на близких дистанциях и под фокусом. Аварийк, несмотря на их дефицит по количеству, на бой в целом хватает. Порой даже убивают быстрее, чем все прожмешь. Для тех, кто не понял, такая же система на советских линкорах по ветке Кремля. Ну и третья наша отличительная особенность — это РЛС на 12 километров. Вещь безмерно полезная. Жаль, без улучшения работает всего 25 секунд. Но в целом один залп вы делаете за нее точно, а там, глядишь, ПМК кого завалит. РЛС помогает против всего нечистого, что есть в боях в осмыслении линкора. И эсмы шугает, и дымные крейсера, и самое мое любимое — ПЛки выбивает. Самый же, как по мне, главный минус РЛС — их мало на бой, всего 3 штуки. Ну и они относительно долго перезаряжаются. Так что применяем с умом. В общем и целом, это все, что можно вкратце сказать про выживаемость. И про то, что на нее влияет в первую очередь. Как небольшой итог, мы Ямато на странных расходниках, из которых вытекает наша реализация вооружения. Вот к нему и перейдем. В плане артиллерии здесь, конечно, есть свои нюансы. ГК не с Ямато, а наша, советская, с Кремля. Как следствие, 3 башни по 3 орудия в каждой. Калибр 457 мм. То есть в нос 32-мм обшивку мы не пробиваем. Что печально для корабля, нацеленного на ближний бой. Ну, ничего, другие с этим живут, и мы поживем. Также у нашего ГК всего лишь один тип боеприпасов, а именно, и наверное, слава богу, ББшный снаряд, альфа которого 14500. Снаряд вполне себе соответствует калибру и может огорчать бортоходов или крейсера в носопырке. Да и по надстройкам ЛК прилетает тоже недурно. Из позитивного есть еще скорость вращения башен. 180 градусов они проходят за 30 секунд. Также тут неплохие углы стрельбы, что на атаку, что на оборону. Лично я не испытывал проблем с доведением и ведением целей. Хотя отмечу, может быть кому-то и не понравится. Они не то чтобы хороши на сближении. Дальность стрельбы также неплоха, она здесь 22,1 километра, ну и что еще хорошо, здесь отличная скорость полета снарядов, из-за чего брать упреждение по лодкам противника не составляет труда. На предельную дистанцию снаряды летят 12,5 секунд, из-за чего брать упреждение по ИЛК и авикам элементарно на любой дистанции. По крейсерам же можно вести уверенно огонь до 17-18 километров. Ну и само собой, чем они ближе, тем больше шансов на попадание. По эсминцам и ПЛ можно испытывать удачу и пытаться стрелять до 14 километров с высокой вероятностью на попадание. Что не говори, но быстрые снаряды для линкора — это очень круто и значительно расширяют и увеличивают спектр возможных целей. К минусам ЖГК можно смело отнести перезарядку. Без улучшений она 33 секунды. Для корабля, который должен сближаться, это много. Это дает плохие тайминги на стрельбу. И в целом есть масса кораблей, которые стреляют в этом уровне боев быстрее. Как следствие, могут перестрелять. Ну и второй минус — это точность.
Рассеивание снарядов 296 метров, и внутри этого эллипса залп крайне нестабилен. Бывает все очень кучно, бывает дробовик, поначалу даже это как-то бесило, а потом смирение, любовь, одобрение. Вроде в сторону врага стреляешь, что-то попадает, но точность может подвести, иллюзий быть не должно. Вот такое вот оно ГК, рандомно косоватое, но в меру комфортное и вполне себе реализуемое на любой дистанции. Хотя любая не любая, без хилок в дальнем бою вы долго не протянете. Так что сближаться для принудительных ремонтных мероприятий придется. И тут, как было сказано ранее, надо настакать попадание с ПМК. Так что про него сейчас и поговорим. ПМК довольно много, 10 башен по 2 ствола калибром 130 мм и 2 башни по 3 ствола с калибром 152 мм. Боеприпас фугас, перезарядка у орудия отличная, 3,1 секунды и 5,5 соответственно, без улучшений. Пробой без ЗВ 22 мм и 30, урон 1800 и 2200, шанс пожара 7,10%. Дальность ПМК на фулл улучшении 11 км. Само ПМК в меру точное, нет какой-то прям уж дикой кривости. Так что сближаемся и ПМКшим, даже в участь улучшаем. А по сути стараемся эффективно разменяться, чтобы радоваться нанесенному урону. Сразу еще тут скажу, что без ИВ ПМК дамажила у меня в среднем на 100 попаданий 10к урона, что весьма себе мало. И пожары, если еще не прокают, или их контрят аварийками, то прям становится очень грустно. С инерционкой же ПМК становится привлекательным. Уже на 100 попаданий 20к урона, плюс оно гарантированно пробивает большое количество крейсеров. А если уж везет на пожары, так становится дико приятно смотреть на итоговый урон. Ведь впереди нас ждет уничтожение, а тут вроде как дамаг пожинаешь с окружающих тебя нагибаторов. В целом же комбинация ПМК и ГК дает урон приемлемый для 10-го линкора. Претензий к вышесказанному не испытываю. Теперь поговорим про наше вспомогательное вооружение. В плане борьбы с ПЛ я бы охарактеризовал этот корабль как «светоч удовольствия». Потому что сам по себе авиаудар достаточно стандартен, скрин на экране. Там 2 сброса, 2 бомбы, какой-то урон, если попадешь. Тут важнее то, что из-за РЛС мы можем ПЛ самостоятельно спалить, оперируя информацией по засвету и передвижением противника. Так что довольно часто подлодки бомбишь. А там еще и ПМК стреляет, да и с ГК в лобешник можно садануть. В общем, испытал приятные ощущения. Связка 11-километровый авиаудар и 12-километровый РЛС очень сильно хорошо. Что же касается борьбы с авиацией, то тут испытал двоякое уже чувство. Чувство радости на цифрах, чувство, что чё-то недонагибает в реальности. Сначала про цифры. ПВО выглядит очень оптимистично. Тут 11 разрывов с диапазоном постановки от 3,5 до 6,6 километров. Урон разрыва 1820, сами ауры ПВО также не подкачали. Дальние до 6,6 километров с уроном 308, средние до 4 километров и дамажит 214. Ну а ближние до 3,1 километра откидывает 287 единиц урона. Цифры крайне неплохие. Может быть, проседает средняя аура, но в целом есть дальность действия и хороший потенциал на попадание разрывов. В бою самолеты при этом сбиваешь, но сбиваешь как-то неуверенно. Авики спокойно заходят на атаку и ее проводят, поэтому ожидания и реальность не совпадают. Цифры — зачет, но на деле нет уверенности против авиации. Может быть, дело в комплексе проблем. Все та же маневренность подводит, лодка медленно плывет, авик быстро на атаку заходит, может быть, средняя аура не додает урон. Короче, вы сбиваете, но вас топят, если дело касается десятых авиков и суперов. Восьмым авиком, да, уже сложновато к вам пробиться, но в целом тоже атакуют. Так что принимаем это знание, иллюзии опять не строим, и давайте пойдем дальше. Настало время обсудить сборку. В плане модернизации в первый слот основное вооружение. Второй слот надо брать обязательно РЛС за уголь. Третий слот ПМК модификация, четвертый слот рули, пятый маскировка, шестой слот орудия главного калибра. Теоретически и практически можно поиграть по приколу со вспомогательным вооружением. Вариант рабочий. Но все-таки залпы ГК нужны побыстрее. А 33 секунды базового ВКД, ну это прям мало.
Также не забываем еще поставить боевые сигналы, все они нас усиляют в бою и весьма полезны. Ну а что касается перков, то берем взрывотехника, инерционку, дальнобойные снаряды ПМК, мастера маскировки, отчаянного, противопожарку, ну и в конце концов ручное управление ПМК. Отдельно отмечу, что противопожарку можно заменить на мастера ближнего боя, тут как и с моткой в шестой слот. Экспериментируйте, может что-то побольше понравится. Свой итоговый вариант я показал. Теперь давайте выскажу свою общую оценку этому кораблю. Я, если честно, не особо понял, а зачем оно надо? Это ж чисто упоранство какое-то. Оно неиграбельно по сути, если не упарываться в ПМК. Потому что от игры на дистанции, без хилок, у вас шансов против крейсеров, ну, нет. Против ЛК тоже немного. Они регеном ХП будут перебивать ваш урон, а вы хилиться-то не можете. Против авиков, если вы не будете сбивать, тоже долго не прожить. В итоге вся жизнь этого линкора — это путь нездорового самурая. Пойти и упороться. Дать неплохой все-таки урон, если повезет. И сдохнуть. И так каждый раз. При этом по ходу выполнения этого мероприятия можно, конечно, словить прикольные моменты через реализацию РЛС. Но этот корабль какая-то крайность линкороводческого дела. Я бы сказал, узкоспециализированная крайность. Идти в ПМК битвы, где куча торпед и прочего, ну такое в современных реалиях. Веселья по ходу накатки боев было немного, а из тебя я его выдавить там не смог. Можно было плыть, конечно, задором вперед, но шансов выжить в итоге мало. Это и обременяет. В общем-то, сам корабль в балансе. Есть свой стиль игры, хейтить тут нечего. Вопрос лишь в том, зайдет такой концепт лично вам или нет. Разок-другой катануть пострадать можно, или отрядом с кем-то поржать. А далее быстро насыщаешься такой игрой. Последнее, про что тут поговорим, это про фарм. Он есть. Лодка контактирует со всеми аспектами игры, поэтому если давать настрел, сбивать самолеты, бомбить ПЛ, там где-то еще по эсминцам стрельнуть, то все очень хорошо. Вовлеченность в бой так или иначе высокая из-за сближения. За это и награды в виде опыта и серебра. Если, конечно, овощем не плыть вперед и не дохнуть. А на этом, пожалуй, все. Не забываем прожимать пальцы вверх, подписываться на канал или на Boosty, а мы с вами увидимся в боях. Всем пока!